Сегодня в нашей стране отмечается один из важнейших государственных праздников – День Конституции Российской Федерации. С 30-летием основополагающего документа, ставшего надежным фундаментом независимости и национального суверенитета жителей республики, поздравляет глава Карачаево-Черкесии Рашид Тимрезов. Права и свободы, благополучие, безопасность и самореализация всегда были и остаются базовыми нормами основного закона страны, благодаря президенту России Владимиру Путину и его политике, основанной на главных принципах Конституции, каждый из нас сегодня живет и трудится в свободной и безопасной стране. Мы реализуем нацпроекты, создаем условия для получения качественной медицины, образования, ведения предпринимательской деятельности и многое другое. Дорогие земляки, поздравляю вас с праздником. Уверен, что только вместе, соблюдая конституционные нормы своим ежедневным трудом, мы сможем добиться дальнейшего развития нашего государства. Желаю всем мира, благополучия и успехов в делах на благо нашей малой Родины и великой России.